Хочу поздравить всех наших астраханских болельщиков с победой. Теперь к нам приедет команда ФНЛ, Факел. Ждем их, конечно. По игре заслуженно повели в счете, при этом там или вратарь ошибся, нужно нам разобрать этот момент, там где-то мы не доработали. А так хорошо сработали, хорошие мячи забили, также не забили. Как-то у нас игры немножко похожи в том плане, то, что систематически создаем моменты, не забиваем в первом тайме, а второй тайм немножко так судорожно и неправильно охраняем счет. То есть не через контроль, а через длинные передачи, через которые, допустим, эта игра самим не очень нравится. Но победы достаются тяжело. Ребятам большое спасибо за то, что искренне сердце отдают на поле. Что так. На руку ли вам сейчас эта передышка, что 11 числа мы пропускаем тур? Да нет. Я бы не сказал. Я бы спокойно работал в таком же цикле и без проблем. То есть. Ну, вы знаете, что могут игры и там Краснодар 3 просит, по-моему, перенести игру на другое число. Но я думаю, сейчас они ждали нашей игры кубковой, то есть решение, пройдем ли мы дальше в кубке. И они просят перенести игру там на более поздний срок, что нам не очень это нравится. Но физическая команда готова играть в ритме через 3 дня. Будем ротировать. Я не могу сказать, что там наши основные игроки, там Балонин, там Бабаев, у них там свеженький немножко не хватало, но все равно они выполняют объем. Вообще Балонин там всю игру там с травмой играл, у него там очень сильно беспокоил голеностоп, при этом он сказал, что он нормально, он терпит и выполнял достаточно много работы полезно. Спасибо. Вчера была сделана операция, там достаточно серьезная, там на позвоночнике. Поэтому мы эту победу вообще посвящаем Олегу Николаевичу. Ждем его скорейшего выздоровления. Так что, Олег Николаевич, ваша победа посвящается вам.